Так, друзья, вот Сане сегодня зарплата. Ну, правда, у него зарплата должна быть 2 числа, но я дам чуть раньше. Ему сегодня телефон покупать и кроссовки. Сейчас пойдем давать ему. Саня! Сань! Саня! Не наоборот, как тут это воняет, вони тоді у мішки дадимо. Да нет, так, думаю, а то что? А мешки зачем? Да это сумина была. Да, так. Да. Ничего не мое по деталу, дед платует, а у деда. Вот это Санина зарплата. Все, запечатываем резиночку. Почти месяц, на, Санька. Что ты сегодня будешь покупать? Еще в Харьков. Телефон и кроссовки. Сейчас, да. Мы, сейчас поедем, доубираем и поедем в Харьков. Пересчитай. Да зачем? Я доверяю. Я ему доверяю. Санька машину зарплаты купил, вот это да, живет. На сарае работает, а? О, житуха в Сане. Саня, а что ты машиной не хвастаешься? На штаны нема, я такая машину, блядь. Кстати, штаны у него не зеленые. На штаны нема. Короче. Боря! Боря! Тихо. Бачу, не на коса, прикусили. За жопу, за жопу. Ну ты считал. Не, не просчитал. Боря. Борька, ты... Каже, иди отсюда. Ну давай, стики ты достаешь. Каже, да ничего я тебе не дал. Каже, думай связать. Каже, иди, все, иди, Вицеля. Ну давай, стики, 1000, каже. Не, все на 1,5, потом за 1000 забери, каже. Я говорю, да иди отсюда. Думаю, раз уже, ну лохотрон. Потом раз, а вот так и бегает цыганча. И на лавочку, хоп, и через забор швеллера лежат. А он, металлолом не знаете, он швеллера лежат. Каже, здесь, ты же отсюда выпусти. Вот так и той. Так я его отдал гроши, еще и желаю ему счастливой, счастливой дороги, до Забирова бы находился. Уже сделано. Вывели тройник сюда, в комнату, в бытовку для канализации, а то пойдет туда на сливы из сарая, на жалоба. Ну там чуть нарастим. Труба есть, просто обрезать надо.
И все, будем начинать ложить перегородку на котельню и комнату. И потом, когда выложим уже с газоблока перегородку, бока зальем, аккуратно все будет чики-пики. Все, будем начинать перегородку. Покажи свій этот телефон людям. На прикол, тікай свої зарядки. Тікай за своїм этим. Покажи телефон. Немає його, він на зарядці. От зараз Саня покаже телефон. А ну, Сань. Немає його, кажу. Ну, прикол, забіг сюди. Пошли вже ти. На зарядці телефон. А, ні, не на зарядці. А, от. От його телефон. Новий купив. Время 15:33, понедельник 29. ЗТЕ. А где мой старый? Вот так. Привет. О, вот а тут увеличение. Процент, да? Вот так, Санька. Вот так, а ну. Полдня скачу. Хоть подписанный на мене, чи ні? Глянем. О, видно, что мои видео гонят. Пропусти. Ну, короче, вот так, Саня, видосы гоняет. Зимний. И купил винче. Ничего, ничего не купил больше. Схвал кроссовки, да? Не брал я их даже. А, вот. И кроссовки тоже. Ну, тут у него в этом моднячит, не буду даже показывать. Дорогущий взял. А так Санька пожила. Вот тут у него кровать. Не койка медицинская, а пружина. Вот и матрас, и пружина. А так у Саньки тут. Койка якась. Тут он парится каждый день. Тазики вон куча. Ты вот не в тих тазиках мясных купаешься, Саня. Где сюда ты? Ну вот, а так Санька. Все уже поменялся. Бачите, після зарплати другий став. Та я ж таким і був. Ага. Такий простий був, здоровкався. Зараз вже все з телефоном не здоровкається. Пошли. Вон, бачите, який серйозний. Бачите? Вон, бачите, який? Все. Витягуєш, вон. Да, 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 да. Нормально зажать. А если так по отдельности разобрать? Да, если по отдельности разобрать, а тут купить сейчас молоток, я не знаю, на сотни тикай молоток стоит. А если эти все отвердочки все тут, конечно, тут по отдельности. Никол все снимал. Опять будут смеяться, знаешь. Они уже пересмеялись. Уже забыли. Цыгане кончало, не понимал. А ты снимать этот, проводку, да? Очищать провода. Ага, Лёва. Да, да, да. Я читал. И вон уж из-за ти. Папа-мама, оце ж зажимає воно. Саня, зажимає. Це що сьогодні? А я ж тобі зайшов. Розмір, провод сюди, вставляєш там, наприклад, ну стільки на оголий. Зажав, раз, отак зажав, і воно ж бачите, той, і витягуєш, щоб не ножичка, так як ми раніше, ти поняли? Вокруг, а вокруг, так, да, отак прокрутив його, раз, знімаєш. А це ж зажимати, це ж зажими, вставляєш сюди ці клієнки, папа-мама оці. И сюда вставил, например, клинку, яку там, а по размеру. И раз-раз обкусав ее, и она же зажало. Це таки ненавижу. Вот тоже, а вы кажете, что. Це Ані. Оце набор канібал. Це Ані, це. Та то взагалі не це Ані. Зажим. Зажим усе. Я вчора прадик пробив. І собачку. Да, вони тут, я ж кажу. Це не правда, Саня, що якщо по отдельності купити, то воно дороже. А ізолента здорова? Ізолента капітон. Ізолента саме лавика. О, Саня каже, ізоленту дали. Качественно. Блестяще. Качественно. Ну, все равно я так прокинув, 36 потеряв я, так? Ну, пишу вже там, знаєте.
Та не можу ж ти тільки вон, даже взять перфоратор тоже. Хоча ж що ти кажеш там. О, смотри, бери! О, Бош! Бош! Бош, бери! Сашко, диви Бош, от кінімецьки все! А де ти накладна? Та що ти з тою накладною хвати її показувати? Ту накладну за 60 тисяч. О, короче. Ну і сварка. І сварка, так. Да. Це виходить все, що. Та ні, ну, 11 тисяч, так? Да? 11 500. Ну, я думаю, блин. Ну, сварку я проверю нормально. А, еще же сварка. Ё-моё. Что ж это еще и мало? Что ты еще? Я с Кирилл, скажи, без запила. А я тебе запил. Нет, я думаю, не прогадал. А я же ему. Да, не прогадал. А я не прогадал. А пылку заводил и робот, да? Нет, еще. Пока не, ну, хай. Она новая, все запечатано. Это как реклама уже. Ну тут же ми на китайську ж так само. Оце знімається, тут фільтр. Фільтр же, да, тут, так. Оце обичне. Ну то підсос. А Bosch, я дивився, там вони взагалі нема в них отакого, як у китайських. В них там по-другому. Це все одно вони накрили, Діму. Та ну на скільки там накрили? Ну на пару тисяч. Та ні. Ну дорога плюс, він же сказав, на Київ йому треба. Ну це то, звісно, скільки там, грубо кажучи, там 3, там 2,5, 2,800. Там це три. Ну а оцей набор, звісно, тут набор. Цей. Набор інтересний. Набор, да. Той, він стоїть теж немало. От що. Да. Ну я ж кажу, взяти там хай навіть 2,5, там дві, там дві, ну скільки. 4. Да, 6. Ну а цей набор, я не думаю, що він п'ятірку чи стільки. Ну, я ще, ну, 1000 доларів. Ну дай хоч 500. Та-да, якщо б 1000 доларів, то, звісно, зальот би був. І знаходять отак просто людей, і кожен виводив, ну, типу, кому приблизно знає, і веде додому. Там же теж привів. Ну так уже ж кажу, тільки таку точно пилку носив, тільки одну пилку носив. І сумне, кажу, вже тут за 1000, кажу, забирати. Я навіть не став і думаю, таке знаю, і хочеться і колиться. Потім думаю, ну є пилка, думаю, нова. А потім думаю, ну раз за 1000, а де 2800 просять 1000, думаю, ні, щось якесь подумав по-любому. І Саня психуватиме сьогодні у відео, за зелені штани ж йому пишуть. Що, за знімати? Роботяжці. Ну, а вчора дзвонив з Харкова, каже, за зелені штани ти ви вже достали. Він каже, що ти не писав йому за зелені штани? Не писав, не писав. Ти ж клон. Хто пише красні штани в кінці буде як по пантофу. Короче, отак, ладно. До свидання. До свидання. Спасибо вам так. Я тебе сейчас проведу по-другому тут до переїзду. Він напевно, що гарантійна нога, так? А я тебе ще проведу. Давай біля гаража. Все, ми тут схватились, будемо починати перегородку. Перегородку, а так, будемо потихоньку ліпити.